Сегодня гость нашей студии Камо Эдуардович. Здравствуйте. Добрый день. Кардиохирург, представитель государственной клинической больницы имени Юдина. Каждый индивидуален, хирург. И чем больше ты смотришь, как коллега оперирует, тем больше каких-то моментов мелких, которые знакомы только специалисту узкому, который ты можешь оценить и перенять. Мальчик погиб на операционном столе. Его оперировали в Германии, у него оказался тяжелый порок сердца. А почему это происходит? Вот вы как специалист, что можете сказать? Чем позже формируется порок сердца, тем его легче лечить. Да? Ты можешь посмотреть, как делалась операция в руках хирургов там, 70-х годов. Институт Бакулева. Что не фамилия, то легенды. Да, уникальное время.